Лекция сегодня называется «Быстрее пайсон, еще быстрее». Мы будем говорить про оптимизацию, причем про такую довольно специфичную оптимизацию. То есть проблема, которую мы будем решать, следующая. У нас есть какой-то код, он что-то считает. Вот он прям считает, очень старается. И считает он медленно. Мы бы хотели, чтобы он считал побыстрее. Наверное, в 90 с чем-нибудь процентов случаев это не та проблема, с которой вы столкнетесь. Потому что, ну не знаю, Python обычно использует там для сайтиков, скриптов, и тогда, как правило, вы будете ждать ввода-вывода. Тут у нас формулировка задачи другая, мы ждем не ввода-вывода, мы как бы крутимся на процессоре и хотим делать это эффективнее. Поэтому, в общем, стоит относиться ко всему, что я скажу, с долей скепсиса. О скепсисе еще поговорим. Да, и еще один момент, который мы сегодня не затронем, это память. Мы не будем говорить про оптимизацию памяти, про то, как можно измерить потребление памяти. Вот про это все нет, не сегодня. Просто потому что ну, в лекцию одно это не влезает. Так что наша цель сегодня — CPU-bound задачи, задачи, которые пожирают процессор. Их-то мы и будем ускорять. Так, что-то не работает. Окей. Да, ну традиционно сквозь всю лекцию у нас будет проходить один пример. Довольно сложно придумать короткий пример, который будет хоть как-то содержателен для лекции по оптимизации. Ну, все берут умножение матриц. Я, в общем, тоже взял умножение матриц. Поэтому у нас будет класс matrix. Он наследуется от list. Давайте я вас сразу спрошу, а почему? Да, давайте сначала обсудим, что тут есть. У нас есть два класс-метода и одно свойство. Собственно, класс-методы как раз реализуют альтернативные конструкторы. Метод zeros принимает количество строчек и столбцов в матрицу, ну и возвращает матрицу в виде вложенных списков, ну, инициализированную нулями указанного размера. Метод random возвращает случайную матрицу указанного размера тоже, shape — это просто кортеж, and rows and calls, заполненную случайными числами от минус 25 до, ой, 255 до 255. Ну вот, собственно, shape возвращает размерность матрицы. То есть 0,0, если у нас ничего нету. Ну, а если есть хоть что-то, то возвращает сколько строчек и сколько столбцов. Понятно? Как бы, ну, на самом деле, конкретная реализация этих методов нам не важна. Нам важно, что они концептуально делают. Ну, надеюсь, из названия понятно. Вопрос вам, почему можно вот взять и отнаследоваться от листа? Мы с вами обсуждали, помните, у нас там был history dict, по-моему, который не работал. Почему здесь это будет работать? Никаких проблем вроде бы не ожидается. Как вы думаете? Или не помните? Ну, смотрите, у нас был класс HistoryDict, который там что-то делал, сохранял, по-моему, он сохранял фиксированное число элементов, которым мы записали значение. И печаль была в том, что если мы конструируем этот дикт, или если мы там пользуемся какими-то методами типа setDefault, то наш метод setItem не вызывался. А почему здесь нет такой проблемы? Ну да, на самом деле вопрос такой. Но внимательно скорее. Мы не пригружаем никакие внутренние методы, поэтому, в общем, все эти проблемы нас не касаются. Нам хочется просто удобно конструировать наши матрицы, ну и вот уметь получить количество строчек, количество столбцов. Собственно, функция matrix product. Ничего особо завораживающего в ней нет. Ну вот все, наверное, написали эти три цикла, i, j, k. Заполняем матрицу Z. В общем, мы тут не делаем никакой валидации, ну просто потому, что она для нас не важна. Конечно, в любой полезной реализации нужно было проверить, что мы вообще можем матрицы умножить. Но вот мы считаем, что можем. А тут важная ремарка. Когда вообще речь идет об оптимизации, критически важно контролировать корректность. Потому что если вы оптимизировали, точнее, если у вас была медленная, но корректная функция, а вы сделали быструю, но некорректную, это, в общем, грош цена вашей работе. Поэтому, понятное дело, прежде чем что-то ускорять, нужно понаписать тестов, причем желательно написать хорошие тесты, чтобы они действительно проверяли ваш код. А не получилось так, что вы долго думали, там, не знаю, что-то переписывали, а оказалось, что все зря. Поэтому у нас тут тоже есть тест, это doc-тест, ну, просто потому, что он хорошо читается и заодно показывает, что у нас тут в matrix product происходит. Будем считать, что после каждой итерации ускорения мы этот тест запускаем. Ну, я действительно его запускал, чтобы вас не обмануть неправильным кодом. У вас тоже будет возможность в iPad ноутбуке проверить. Так, понятна ли формулировка задач? Матрицы, умножаем матрицы. Вот у нас такая matrix product.
Значит, первое, о чем мы поговорим, это как вообще измерить время работы. Потому что если мы не можем что-то измерить, мы не можем что-то ускорить, потому что непонятно, что мы улучшили. Нам нужна какая-то метрика, которую мы будем оптимизировать. Ну, вот время такая естественная для нашей задачи метрика. Измерять будем с помощью модуля Timeit. Мы кратко его рассматривали, по-моему, на первой лекции. Но если вы не помните, не страшно. Модуль Timeit просто берет и измеряет то, что вы говорите. Timeit. Интерфейс у него, в общем-то, точнее, основной интерфейс у него состоит из одной функции, она называется тоже Timeit. Она принимает строчку, это, собственно, выражение, которое мы будем замерять. Вторая строчка называется setup, это выражение, которое подготовит контекст, в котором будем что-то замерять. То есть объявляет все переменные, функции какие-то импортирует. А потом уже, после того, как setup вызван, мы будем измерять время работы вот этого выражения. Значит, Timeit устроен таким образом, что… Давайте я даже напишу. Делает он вот что. Он вызывает setup, а потом в цикле какое-то количество раз вызывает наш statement. Причем вот здесь вот и вот здесь вот он замеряет время. То есть мы фактически замеряем вот этот вот цикл. Зачем нужен цикл, как вы думаете? Ну да, это такой способ усреднения. Но сама функция Timeit не запаривается по этому поводу, и она нам возвращает, какое время работал весь цикл. То есть вот здесь мы замеряем, сколько времени работает 10 умножений x на y. Где x и y — это случайные матрицы размера 64 на 64. Да. Да, он перед циклом. Но это не важно. Вот как бы весь point сетапа в том, что мы подготовили окружение, а потом вот у нас, собственно, бенчмарк. Мы его погоняли. Ну и замерили время между этими точками. Ну да, соответственно, что мы видим? Вот у нас тут 10 итераций работают, ну это время в секундах, ну почти 2 секунды. Значит, небольшой нюанс, который касается Timeit, вот в чем. Что вначале он делает вот такую штуку. Да, я плохо напишу, а потом скажу. GC disable. Что делает GC Disable, как вы думаете? Да, выключая сборщик мусора. То есть вот это все, вот здесь вот сборщик мусора не работает. Поэтому если у вас ваш statement вот этот порождает миллиардами объекты, то, в общем, сборщик мусора не будет замедлять ваш бенчмарк. Довольно спорно, правильно ли это, потому что понятно, что любой полезный код порождает какие-то объекты, и, в общем, время сборки мусора может быть существенным. Но, тем не менее, Timeit делает так, и он это документирует. Для наших целей эта деталь не важна, я просто хотел ее подчеркнуть. В setup можно написать все, что угодно, в том числе GC enable, да. Но, как бы, на самом деле со сборщиком мусора все сложно. Вот, в смысле, непонятно, хотите ли вы его включать, хотите ли вы его выключать. Это все, в общем, такая мутная территория. И так как мы про память не говорим, мы туда не пойдем. Тем не менее, Timeit. Значит, что вам не нравится в Timeit? Вот вы смотрите, сейчас вот у нас так бенчмарк выглядит. Вот у нас setup, вот у нас наш statement, который вот сюда пойдет. Ну, он что-то возвращает. Ну, бог с ним, что он не делит на количество итераций в цикле, мы уж как-нибудь поделим, не сломаемся. Почему все в строках? Вот хотелось бы декоратор. Хотелось бы декоратор. Но вот как вы думаете, почему все в строках? Действительно выглядит довольно странный интерфейс. Вам приходится… Ну, как вы только что смотрели на nametuple. Компилирует. Значит, в модуле Timeit происходит похожий трюк, что мы как бы вот это вот все у нас тоже в виде шаблона строки. И мы физически сюда подставляем строку setup, физически сюда подставляем вот statement, который мы передаем, потом компилируем, и как бы у нас нету… мы не платим за то, что мы вызываем здесь какую-нибудь функцию. То есть если мы передавали сюда просто функцию, как объект функции, нужно было бы искать ее по имени и вызывать. Вот такая вот нано-оптимизация. В принципе, в Timeit можно передать не строки, а функции, но тогда вот этот шаблон не участвует, и мы физически будем вызывать каждый раз функцию statement, ну и функцию setup один раз тоже вызовем. Но как бы классический интерфейс использует строки. Мне он никогда не нравился, ну и в общем, я думаю, что вы не будете со мной спорить, что это ужасно. Собственно, на помощь нам приходит IPython. В IPython есть магическая команда, которая называется Timeit, и она нас избавляет от явной работы со строками. Как она это делает? Ну вот можем вызвать Timeit, и вот это, то, что идет после Timeit, собственно, и будет наш statement.
А при этом мы просто можем использовать переменные, объявленные в интерпретаторе. Все, что мы там объявили, мы можем использовать в этом выражении. Здесь мы вместо сета просто написали код, который инициализирует x и y, ну а затем написали timeit и померили, сколько работает matrix product. Мы видим, что вывод магической команды timeit, он немного другой. Тут мы получали просто какое-то одно число, а здесь, черт возьми, какие-то loops, best of и так далее. Да. Давайте сначала с первым. Хочется понять, что за loops. Значит, ну что за loops? Понятно. Вот эта штука делает сколько-то итераций. Мы сказали, сделали, но в данном случае мы сделали одну итерацию. Причем мы не говорили, сколько нужно. Timeit, если ему не передать, сколько мы хотим итераций, timeit подбирает автоматически, ну, из соображений, что одна итерация должна работать какое-то осязаемое время, чтобы могли его замерить. Ну, и я не помню, есть ли там оценка сверху. Ну, может быть, есть, чтобы мы тоже долго не ждали. Тем не менее, да, мы делаем сколько-то итераций, best of three пока забудем, а вот эта штука говорит, сколько работает одна итерация. То есть магия timeit, ну, на самом деле, командный интерфейс модуля timeit, который здесь работает, он нам поделил все, потому что так удобнее читать. Еще я отформатировал, сказал миллисекунды, а не ноль, там, сколько-нибудь секунд. Что такое best of three? Вот эта вот вся штука запускается сколько-то раз, чтобы мы из них потом выбрали лучшее значение. По умолчанию это три раза. То есть мы три раза все прогнали, получили три измерения, и из них выбрали лучшее. А что значит лучшее, по-вашему? У нас есть три интервала. Самое быстрое. А почему корректно выбрать самое быстрое? Почему не среднее? Да, можно выбрать ближайшее к среднему, можно вообще максимальное, но оно уже работало столько. Вот максимальное. Медиану можно из трех посчитать, если очень хочется. Да, ну на самом деле, в общем, тут есть простое объяснение. То есть минимальное время оно точно проработало. Мы знаем, что наша функция вот так быстро она может работать. Мы это и пишем. Best of three. Вот три раза померили, вот так она точно работает. Это не среднее, никакое другое, просто минимум. Один loops. Но я же говорю, что если мы не указываем явно, вот смотрите, вот параметр n — это то же самое, что здесь number. Мы можем сказать, можно фиксированное число вот этих итераций вот в цикле. Нет, три раза — это у нас внешний еще цикл есть, который все измерение повторяет три раза. А есть внутренний цикл. Три раза прогнал по 100, да, получил три измерения, ну и взял минимум. Типа того. Да. Нет. Смотрите. Погодите, эта штука, это минимум из времени работы вот этой штуки, поделенное на количество итераций. То есть вот это вот время работы одного вызова matrix product, когда мы прогнали цикл из 100. То есть как бы такое усредненное. Да. А получить нельзя, в принципе, ну, понятно, что можно брать любую другую статистику, какая вам нравится, берите там, пишите свою модификацию timeit и считайте. Как бы в timeit такого интерфейса нет, оно всегда берет минимум. То есть, на мой взгляд, это довольно бесполезное знание, что ваша функция может работать так быстро, намного интереснее средний случай, но, в общем, timeit это не делает. Так, понятно ли, что timeit вытворяет? То есть мы им будем пользоваться, ну, практически на каждом слайде. Ну, может быть, не на каждом, но через слайд точно. У timeit есть еще многострочная версия, когда вы пишете 2%, тогда вы можете в теле timeit писать setup, но мы ей пользоваться не будем, это совершенно нам не потребуется. Так, окей, значит, ну, подведем итог, что мы как бы сделали. Мы взяли и померили, сколько работает наша версия matrix product. Получилось тут, ну, примерно 200 миллисекунд. То есть как-то это довольно медленно для матриц, которые всего 64 на 64. То есть 5 умножений матриц в секунду, это печально. Перед вами код matrix product. Какие вообще версии? Почему так медленно? Что с ней не так? Ну, ничего не сделаешь, так уж определенное умножение матриц. Ну, мы можем придумать какой-нибудь хитрый алгоритм, будет побыстрее, конечно. Но тут вот такой самый тупой алгоритм. Мы с ним и будем работать. NumPy. До NumPy мы тоже дойдем. Но пока нас интересует вопрос, что не так конкретно с этим кодом. Random access. Что вы имеете в виду под этим? А в чем проблема? Смотрите, значит, это, в общем-то, разумная мысль для языка, который не Python. Почему? Потому что здесь мы работаем, точнее, даже так, для вот конкретно для этой реализации на Python. Потому что здесь мы работаем со списками. Что такое список в Python? Ну, это просто, в общем, список, ну, точнее, что такое вот такой список?
это просто список поинтеров. При этом, ну, внутри списка у нас что-то, у нас питоновские объекты. То есть, если бы здесь было 42, то это на самом деле был тоже поинтер на объект. Они все на хипе. Ну, в общем, поэтому с локальностью и так все плохо. С этим мы ничего не можем сделать. Конкретно в этой версии. Может быть, еще какие-то версии? Вообще, что делать? Ну, смотрите, она работает медленно. Черт возьми, хочется, чтобы быстрее. Что мы можем сделать, в принципе? Какие варианты? Как бы нам понять, вот что здесь тормозит? Угу. А как понять, что именно переставить надо? Ну, необходимо проанализировать, по сути, как мы движемся по массиву, чтобы как можно меньше делать перескакивание по удаленным участкам памяти. Чтобы... Это мы уже обсудили. Локальности в случае списков никакой нет, к сожалению. Они как бы, это не array, в смысле там Java или C или плюсов, нет. А это вот прям... А? Хорошо, смотрите, на самом деле вопрос про метод. Вот как бы представьте, что у вас не matrix product, а какая угодно другая функция, которая, черт возьми, тормозит. Да, что делать? Ну, у вас есть дополнительные ключи или ускорение. Профайлер, ребята. Плюс равно мы еще посмотрим, но не совсем его. Смотрите, опять же, я уточнил вопрос, нас интересует метод. То есть, что нам делать в общем случае, когда что-то тупит? Ну вот на самом деле ответ прозвучал. Профилировать, что мы еще можем делать? Давайте использовать какие-то инструменты, которые помогут нам заглянуть в код. А чтобы профилировать, напишем такую вспомогательную функцию, называется bench. Bench, ну вот фактически вот это делает. Профилировать один вызов функции — это как-то скучно, потому что ну, ничего не происходит, он довольно быстрый. 200 миллисекунд. Поэтому у нас есть bench, который создает две матрицы, ну и крутится там, сколько попросили, по умолчанию 16 раз. Вот его-то мы и будем профилировать. Что? Кто вообще не знает, что такое профайлер? Есть такие люди? Не пользуюсь. Значит, профайлер, ну в таком смысле, в котором мы будем им пользоваться, это такая штука, которая смотрит на вызовы функции и считает, сколько там каждый вызов функции или метода работает. Сколько? Давайте вот даже посмотрим на этот вывод. В питоне профайлер реализован в модуле cprofile. Так уж получилось, что там есть префикс c, он реализован на c. В модуле фактически одна интересная функция run. Она принимает исходник, вот прям физически, опять же, строчку, и что-то профилирует. Что она делает, можно понять из таблички. Значит, давайте по колонкам просто пройдемся. Здесь у нас будут перечислены все наши функции. Давайте я покажу даже полный вывод, тут как-то немного ее. Вот, то есть тут довольно много всего происходит. Я написал только первую строчку. Фактически для каждого метода и функции мы посчитали, сколько раз мы вызвали. Вот у нас nCalls. Сколько раз мы вызвали, в данном случае функцию matrix product, сколько она работала всего. Вот у нас bench 16 раз ее вызвал. Всего это заняло там 3 секунды с небольшим. Сколько работал один вызов. И тут есть нюанс. Дальше. Значит, у нас функция вызывает другие функции. То есть, например, matrix product, где он у нас? Вот он вызывает zeros, он вызывает какие-то методы неявно. Время tot time, оно вычитает все дополнительные вызовы. То есть это непосредственно то время, которое мы привели в самой функции, не делая вызовы в другим классам, другим методам и другим функциям. А come time, cumulative time, оно включает вот эти всесторонние вызовы. Да. Значит, мне кажется, что магические методы не включаются. В данном случае будет только zeros, мне кажется. Но это надо уточнить. Ну, в данном случае, ну, судя по тому, что здесь у нас разница фактически в одну миллисекунду, то я думаю, что магические методы здесь не включены. Ну, соответственно, у нас есть два apical. Вот это как бы поделенное на количество вызовов время собственное, а вот это поделенное на количество вызовов время общее. Ну, и дальше там мы увидим целую простыню других функций. В общем, чтобы убедиться, что это бесполезно, давайте я еще разок вернусь. Вот у нас matrix product, она работает 3 секунды, все остальное работает там какие-то миллисекунды. Ну, в общем, ничего неожиданного, потому что функция bench ничего не делает. Собственно, какую мораль я хотел бы, чтобы вы вынесли? Профилирование, черт возьми, это сложно. Вот у нас есть такой код, и мы вроде попробовали профайлер, но мы видим, что ничего, кроме нашей функции, мы измерить не можем. И профилирование такое не всегда помогает. И в нашем случае оно совершенно никакой полезной информации нам не несет. Стало понятно, что на профайлер уплевывает? Да.
Ну вот, то есть печально. Конечно, хорошо, что C-профайл есть, и для некоторых классов задач он подходит. Нам он не подходит, потому что у нас одна функция, она ничего не делает, только какие-то циклы внутри себя крутит. Но вот какие у вас варианты, что делать-то? Вот профайлер была хорошая мысль. Но как бы какой вывод бы нам помог? Вот это вывод для каждой функции там нет. Да, если бы мы могли вот эту штуку отформатировать для каждой строчки, было бы здорово. Собственно, ровно это мы и сделаем. Значит, есть модуль line profile, который, собственно, измеряет время работы каждой строчки вашей функции. Значит, мы будем пользоваться им через IPython, ну просто потому что так проще. Делается это вот как. Сначала нужно загрузить extension, load extension line profile. После load extension у вас появится магическая команда lprun. Ну, ей мы можем пользоваться, как любой другой магической командой. lprun принимает, собственно, что мы будем исполнять, то есть что мы будем крутить во время профилирования. Мы будем крутить bench, так же, как и в случае cprofile, и какие функции мы будем измерять. Здесь мы будем измерять только функции matrix product, но можно перечислить еще. Но у нас нет еще, поэтому мы только ее и перечислили. Понятно, как она называется? Ну, давайте посмотрим, что она нам выплевывает. Вот это пример вывода. Давайте прям по строчкам пройдем. Сначала нам написали как бы максимальную единицу времени, которую мы можем измерить, минимальную. Это, в общем, одна микросекунда. Но это не очень полезная информация. Вот это сколько всего работал наш код. Почему это время такое большое? Вопрос вам. Вот 9 секунд. Мы смотрели до этого, ну там сколько-то оно, 3 секунды работало. C-profile. Почему здесь сильно больше? Да. Собственно, мысль тут в том, что не нужно особо много внимания обращать на это время, потому что оно включает время работы самого профайлера. То есть, ну ладно, стало побольше, в общем, неважно. А дальше самое интересное. Мы видим тело нашей функции, и рядом с каждой строчкой мы видим, сколько процентов времени работы мы здесь проводим. На самом деле там сильно больше колонок, но как бы они не влезают в слайд, они нам не очень интересны. Вот у нас сколько времени мы провели. Мы видим, что больше всего времени мы проводим в цикле, в самом вложенном цикле и в его теле. Собственно, почему так, как вы думаете? Что мы вот здесь-то уже делаем? Это разумная мысль, а что еще? Умножение много работает. Но на самом деле правильная мысль уже звучала. Если мы приглядимся к тому, что здесь происходит, мы здесь каждый раз берем, например, вот этот getItem. Мы каждый раз у Z вызываем getItem, хотя как бы, ну, фактически это значение не меняется. То же самое... Нет, пока мы то же самое не можем сказать. Значит, давайте попробуем поэкспериментировать с этой идеей. Ну вот кажется, что мы платим за getItem лишнее. Собственно, давайте перестанем платить. И заодно переставим циклы, чтобы мы могли также... А можем ли мы? Да, чтобы мы у Z i тоже ничего не меняли. Собственно, как теперь это работает? Вот наш внешний цикл по i, мы закэшировали xi, ну потому что оно не меняется. А дальше zi мы используем только один раз. На самом деле все суммирование происходит в обычный переменный аккумулятор. Так что мы сэкономили на getItem вот здесь и сэкономили на getItem вот здесь. Как вы думаете, помогло? Сильно помогло? Нет. Тут нужно сделать паузу. Значит, вообще, что мы делаем? Вот этой оптимизацией, которые мы делаем, я их сегодня рассказываю, просто чтобы показать как бы метод, методику, что вообще, как вообще можно работать с такой проблемой. Понятное дело, что вот все, что мы сейчас проделаем, не имеет вообще никакого смысла. Это, в общем, капля в море. Но она как бы, мне кажется, что это полезно, потому что она дает нам другой взгляд на код. То есть вот вроде бы вот это выглядит невинно, но на самом деле интерпретатор будет каждый раз сюда пойдет, и каждый этот getItem совершенно бессмысленный. Мне кажется, это как бы позволяет более точно смотреть на код. Но вообще эти оптимизации бессмысленны, имейте в виду. То есть это так просто шоу. Так вот, ну посмотрим, что поменялось-то. Ну мы видим, что у нас total time стал поменьше. Ну черт поймет, может это у меня почта не обновлялась, когда я измерял, не знаю. Ну как бы это нам не важно. Ну вот в самой функции тоже произошло какое-то перераспределение. Если вы помните, здесь у нас было 2670, теперь, черт возьми, 360. То есть, собственно, тело самого вложенного цикла действительно стало работать на 10% меньше по времени. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но какие-то изменения есть. То есть действительно за getItem мы платили что-то. Окей. Значит, попробуем что-нибудь сделать теперь вот с этим циклом. Вот у нас 30%, собственно, как-то печально платить 30%. Что можно сделать?
Там был генератор, да. Это была стратегическая ошибка с моей стороны. Но давайте, раз уж там был генератор, мне скажете, почему? Почему генератор нас спасет? Красиво. Нет, эстетика профайлеру по барабану. Так много памяти. Здесь мы памяти не выделяем вообще. Вот у нас один float, мы его апдейтим. Больше никого не выделяем. Да, давайте я перейду вот сюда. Что еще разок? Range выделяет константу памяти. Здесь мы тоже выделим range. Ну вот, собственно, x rows на y calls, мы вот выделим этот range. Ну и что? Но да, это как бы мы надеемся, что это нам как-то поможет. Почему? Что еще раз? Не-не-не, вот CPython не стоит рассчитывать на оптимизацию от CPython, он вам не сильно поможет. То есть он делает оптимизации типа сворачивания констант, но это, в общем, примерно все, что он делает. Типа там, если вы написали x равно 4 на 2, но он посчитает, что это такое. Или там строчки сконкатенирует. Ну. Мусора меньше. Эта мысль уже звучала, мы ничего дополнительного не выделяем. Вот здесь мы ничего вообще не выделяем, кроме рейнджа. Ну и здесь этот рейндж тоже выделяется. Нет, мы можем избавиться от рейнджа. Это, в общем, не проблема. Вот сейчас мы какой сделали переход? Мы сказали, ну вот что-то медленный цикл, давайте вот так перепишем. Вопрос, почему так станет лучше? То есть, да, окей, ты используешь генератор, сам с генератором это прекрасно. Там как бы эстетическая часть нас радуется, но как бы мы же сейчас не про эстетику. Ну какие версии? Смотрите, как можно писать сам? Как вы думаете? Вот если бы вы хотели написать функцию сам, как бы вы ее написали? Ну, представьте, надо, вот жизнь потребовала. Давайте, вот def сам принимает итератор, да? Что потом делает сам? Ну, сам делает все то же самое, что мы уже видели, да? Откуда тогда возьмется прирост? Вот сам. Не очень понятно, да? Через reduce. Сам написан не через reduce, но сам. Давайте я удалю наше это. Import. Помните про built-ins? Что такое built-in module? Сам у нас, собственно, откуда? Сам у нас из built-ins. А built-ins — это какой-то built-in module. Что такое built-in, не помните? Из лекции. Он, в общем, нет. Это модуль на C. Он на C. То есть сам. Если бы мы написали сам на питоне, то, понятное дело, вообще никакого ускорения от того, что мы вот эту штуку вытащили в функцию, не было бы. Но сам на C, что это значит для нас? Ну, погодите. Ну, то есть это, конечно, приятная догма, что C быстрый. Давайте вот почему это быстрее, чем вот то, что у нас здесь написано. То есть понятное дело, что сам будет делать вот ровно это же. Так а вот за счет чего ускорения конкретно? Потому что листы у нас сишные, и мы можем к ним обращаться без вызов. Раз, это правда. Еще. Но это не основной контрибьюшн, мне кажется. По имени не надо. Рейндж не нужен. Вот это близко совсем к правде. Можете развить эту мысль. Рейндж действительно не нужен. Не-не-не. Ну, точнее, я не знаю, есть ли там векторная арифметика. То есть в реализации точно нет. Может быть, GCC там что-нибудь векторизует, не знаю. Ну, мысль была в том, что цикл for в C — это, черт возьми, обычный цикл for. Это просто переменная, которую мы инкрементим, и, короче, условный jump. Цикл for в Python — это, в общем, большое дело. Это у вас там инструкции в интерпретаторе крутятся. Сильно отличается от процессорных инструкций. Это инструкции интерпретатора. Поэтому как бы циклы вообще в питоне довольно медленная штука. И если вы можете заменить цикл без потерь читаемости на генератор, то генератор будет быстрее, просто потому что цикл for будет в C, а не на питоне. Вот такая штука. Понятно? Ну, опять же, это нано-оптимизация. Там, скорее всего, она никогда вам не потребуется, но она как бы немного рассказывает нам о том, действительно, вот что происходит, когда мы генератор кормим в какую-то функцию на C. Ну вот, C-шный цикл есть. В смысле, сам генератор преобразуется в объект генератор, он тоже реализован на C. Ну, как и все, C, Python, там не просто так C.
Так вот, как вы думаете, похорошеет? Вроде бы да, мы сейчас как-то убеждали себя, да? Вот насколько похорошеет? Ну вот в прошлый раз мы 10% выиграли, сколько сейчас? Что внутри цикла? Это опечатка, кстати, да. Спасибо. А какой это слайд? 12-й. Но это не важно, да. Вот здесь должно быть просто за этих, да. Ну так ваши ставки. В прошлый раз 10%, 10% стало быстрее, сейчас 20, 60. Звучит круто, да? Теперь у нас цикл на си. Ноль. Ну ладно. Ну, в общем, вот что получилось. Ну, опять же, total time стал поменьше в два раза, но как бы нас это не особо заботит. Теперь мы видим, что... Ну, в общем, что вот эта штука — это то, что исполняется. То есть, как бы, понятное дело, что про генератор мы ничего не знаем. Мы не можем сказать, насколько быстрее стал наш самый вложенный цикл FOA. Не можем, но как бы можем сказать, что оно в целом стало быстрее, ну, вот посмотрев только на эту чиселку. Примерно такая мара, что, ну, вот, как бы... Скорее всего, вот это мы уже никак не ускорим, потому что мы не делаем get item, мы не крутим цикл на питоне, когда мы, ну, можно его не крутить. Кажется, все. Сейчас я уточню, все ли? Нет, еще не все. Интересно. Ладно, хорошо. Ну, в общем, я надеюсь, вы мне поверите, что стало быстрее. А на самом деле, с помощью таймит можно убедиться, что стало быстрее. Но здесь я это почему-то не сделал. Так, но... Что дальше-то делать будем? Ну вот как бы, смотрите, конечно, мы можем сказать, что zeta и туда наворотить генератор списка, но вот, во-первых, это не делает быстрее, иначе бы я это включил. Прикольно, еще один цикл на C. Во-вторых, ну как бы мы хотим немного в другую сторону пойти. Эта мысль уже звучала, мне кажется, а может и нет. Ну вот наш state of the art matrix product. Вот. Но это еще не венец, понимаете? Давайте, что? Смотрите, вот что нам здесь не нравится. То есть мы сейчас как бы изучили две идеи. Вот здравая мысль. А зачем? Да, мы можем посмотреть, что вот так как вот эта штука у нас сейчас фактически стоит все время работы функции, вот 98%, то любое улучшение там нам должно помочь. Что мы там можем улучшить? Вот у нас есть два вызова getItem вот здесь, ровно потому что у нас J, где у нас J-то? J у нас вот здесь связан, то есть J у нас внутренний, поэтому мы обязаны делать два вызова. Если мы матрицу Y транспонируем, мы сможем применить тот самый финт, который мы применили первым, избавиться от одного getItem. Ну вот давайте возьмем и избавимся. Представь, что у нас есть метод transpose, я его не писал на слайде, но как-нибудь мы его напишем. Транспонируем y, получим yt. И теперь вот в этом выражении у нас один getItem, а не два. Как вы думаете, есть толк-то вообще? Ну, звучит круто, минус один getItem. Мы уже видели, что как-то это помогает. Мы, конечно же, еще избавились вот от этой строчки, потому что, ну, индексы для позорников, для всех остальных есть enumerate и zip. Вот мы enumerate и zip все вместе. Ну так что, какие ваши версии? Есть ли какой-нибудь толк от транспонирования? Есть. Ну, нужно понимать, что мы при этом заплатили, конечно, памятью. Но... Ладно, ну в общем, что тут можно сказать? Как бы расстановка сил внутри нашего вложенного цикла изменилась не сильно. Ну то есть он, конечно, стал побыстрее, но на какие-то там доли секунды. Но поменялось общее время работы, которое мы не можем полностью верить. Но как бы посравнивать, в принципе, мы их можем. Здесь у нас было почти 4, ну а здесь почти 3. Ну что-то мы сэкономили. Ну и, в общем, понятно почему. Потому что это такая, опять же, нано-оптимизация, но за getItem дополнительный мы не платим. Вот такая история. Значит, я не придумал, что еще можно сделать с этой многострадальной функцией matrix product, поэтому на этом мы закончим. Но, наверное, в общем, вы можете дома еще поразвлекаться. Если придумаете что-то, вы можете прислать, и мы опубликуем это в виде новости. Не надо писать сложных алгоритмов, мы работаем с чем-то очень простым. Так. Непонятно. Мне кажется, я пробовал, вроде бы не стало. Можете попробовать.
идея. Идея была вот какая. Вот здесь мы вызываем два get-айтема. Вроде бы можем сделать zip xi и ytk, а потом сделать на этот zip, ну, собственно, либо генератор написать, либо там map какой-нибудь, ну, вот что-то такое. Да, но это выглядит сильно страшнее, на мой взгляд, и по моим воспоминаниям не дает особого профита, поэтому я не включал такой пример. Ну вот, тем не менее, на этом мы закончим. Давайте подведем итог, что мы тут научились делать. Мы, в общем, говорили про измерение времени работы. Сначала обсудили, что у нас есть модуль Timeit, убедились в том, что использовать его невозможно, но, к счастью, возможно использовать магическую команду Timeit из IPython. И с помощью нее мы померили, как хорошо у нас работает Matrix Product. После этого мы убедились, что стандартный способ профилирования cProfile, который меряет время работы функций и методов, нам не поможет, потому что у нас одна функция, она ничего такого не делает. И затем мы перешли к lineProfile, который для каждой строчки нам показал, сколько процентов она работает. Ну вот с lineProfile мы там повеселились, циклы попереставляли, матрицы потранспонировали, что-то, в общем, изменилось. Как-то так. На мой взгляд, lineProfile — прикольная идея, ну и действительно, по крайней мере, для таких задач полезная, потому что показывает, что у вас происходит. Есть его братан, называется MemoryProfile, вот он работает не так хорошо. Ну, можете тоже забить в Google и попробовать. Так, значит, следующий пункт. Понятное дело, что никто не пишет... Да даже так. Значит, давайте сравним результаты наших стараний с существующей реализацией. Значит, если вы никогда не пользовались NumPy и вообще не слышали про него, то NumPy — это, собственно, сокращение от Numerical Python. То есть это такая штука для каких-то численных, для численного кода. Значит, фишка NumPy в том, что в нем есть массив. Массив типизирован, это означает, что, в общем, у вас там будет локальность данных, он занимает меньше памяти, потому что там прям честные инты, честные флоуты и все такое. И вокруг массива написано довольно внушительное количество кода, которое позволяет с ним удобно работать. Значит, мы сегодня про NumPy говорить не будем, про него можно рассказывать там лекцию или две, но, к сожалению, у нас нет такой возможности. Зато в домашнем задании у вас будет возможность с ним поиграться, и если вы не знаете, то познакомиться. Так вот, NumPy. Сверху итог наших стараний. Венец нашей инженерной мысли, Matrix Product. Вот 57 миллисекунд, один вызов работает. Давайте попробуем сделать то же самое с помощью NumPy. Здесь у нас похожая функция, npRandomRandInt, но она генерит матрицу x, указанной размерности shape, ну вот такую же, собственно, из интервала, минус 255, 255, ну и y такая же. Matrix Product в NumPy называется dot, ну вот, в общем, результат перед вами. Собственно, еще раз говорю, все, что мы сделали, ничего не значит, интересно только как пример, потому что вот полезная реализация существующая, она работает за микросекунды, а не мили. Что-то я тут должен был еще сказать. Да, вот что. Почему так быстро, как вы думаете? Ну, то есть вы, конечно, можете сказать, написано C++, поэтому быстро, но нет, NumPy не написано C++. Что еще раз? Так вот, ну откуда вообще может прийти ускорение? То есть это настолько, это, в общем, на три порядка быстрее, чем у нас. Ну, не надо. Алгоритм. Возможно, алгоритм. Еще. Ну, как бы это... Си. Еще варианты. Кто знает вообще, как на Си перемножать матрицы? Ты перемножал матрицы на Си? Можно параллельно. Вот кто-нибудь пользовался прям каким-нибудь существующей библиотечкой, которая на C берет и умножает? Просто. Да, пользовались. OpenMP. Значит, на самом деле NumPy, конечно, содержит код на C, но львиная доля NumPy написана на Fortran. Собственно, на Fortran есть уже очень зрелые библиотеки, которые реализуют всякие штуки для линейной алгебры. Называется BLAS. Буква B в BLAS означает basic, но вот оно нифига не basic, работает оно очень быстро, и, в общем, годы человеческих усилий были нацелены на то, чтобы это просто очень быстро работало. Ну и вот оно перед вами. Понятное дело, что NumPy в NumPy не написано свое умножение масс, они используют BLAS, а есть черная библиотечка LAPACK, ну и, в общем, вот этих всех ребят. Ну, результат перед вами. Так. Значит, давайте... Подумаем, что же мы-то можем сделать. Мы, конечно, можем взять np.dot и остановиться, но как-то это выбор слабых, поэтому мы продолжим. Какие у нас варианты? Значит, понятно, что из Python мы, скорее всего, ничего не выжмем больше. Будем Python как-то ускорять другими способами. Собственно, есть два варианта. Точнее, есть один вариант с двумя вкусами. Компилировать.
Компилировать можно до исполнения, это ahead of time компиляция, это когда вы берете, ну, например, берете, пишете на C умножение матриц или там используете готовое умножение матриц на C и протаскиваете его в Python, чтобы из Python можно было его вызывать. Понятное дело, что чтобы это можно было вызывать, нужно это скомпилировать заранее. Есть более человеколюбивый вариант, это взять код на Python, написанный прямо на Python, и как-то транслировать его в C++, C, там, что угодно. Есть, по-моему, даже Fortran. Вот не помню, есть ли. Вот этот PyThran, несмотря на то, что он вроде бы говорит про Fortran, он на самом деле в C++ транслирует. Я его ни для чего полезного не использовал. Можете посмотреть. Мне кажется, он мог даже умереть за это время. Так вот, это ahead of time. То есть скомпиляли, получили машинный код, из Python его вызываем, радуемся счастью и скорости. Да? Вопрос? Второй вариант — just in time. Что такое just in time? Ну вот, когда надо, тогда и компилируем. Если вы на Java писали, вот там есть just in time компилятор, он ваш байткод на Java берет и компилирует машинный код. В Python тоже есть подобные начинания. Наверное, флагманский проект в этом направлении — это PyPy. Собственно, PyPy — это Python на Python, и он, черт возьми, быстр. Мы про PyPy говорить не будем, потому что PyPy до сих пор не умеет Python 3, ну потому что... На самом деле, потому что у них нет ресурсов просто реализовать его полностью. Ну, я пробовал как-то померить наш венец инженерной мысли на PyPy, но, в общем, не смог запустить его толком. Точнее, порт PyPy, который поддерживает хоть какую-то часть Python 3. Ну, вот, извиняюсь. Но PyPy есть. Кроме PyPy есть еще Piston, в разработке которого принимает участие, собственно, Гвидо ван Россум в Dropbox. Вот они тоже решили написать JIT-компилятор. Он немного от PyPy отличается концептуально, но опять же, он сегодня у нас out of scope, потому что Piston-то вообще еле работает, он только-только начал разрабатываться. Мы будем говорить об альтернативных вариантах. Собственно, первый вариант называется Numba. Точнее, да, даже да, мы будем говорить про один. Называется он Numba. Идея в том, что мы берем код на Python и так ловко транслируем его в LLVM, который, в свою очередь, уже там оптимизирует его по-всякому и компилирует машинный код. Звучит как магия. Значит, LVM, ну, это такое машинонезависимое внутреннее представление. Такое как бы low-level virtual machine. Вы можете, в общем, все, кто не хотят писать свой кодогенератор для языка, транслируют его во внутреннее представление LVM, а LLVM уже решает задачу оптимизации и генерации непосредственно машинного кода. Вот такая история. Я, значит, не, собственно, с LVM конкретно не работал, поэтому не могу вам сказать детали реализации, как там это, что устроено, но, в общем, на самом высоком уровне примерно так. Значит, еще один проект, который я здесь указал, называется Hope. Значит, я вчера смотрел, Hope благополучно умер за время, которое я не занимался курсом по Python, но мне кажется, он настолько безумный, что стоит его упомянуть. Значит, Hope берет ваши функции на Python, берет ее абстрактное синтаксическое дерево и транслирует в C++. Вот прям честный C++. При этом он использует библиотеку SymPy для символьных вычислений, чтобы оптимизировать у вас всякие выражения, там константы, свернуть, все такое. Но на выходе вы прям получаете исходник на C++. По-моему, это удивительно. Ну и то, что они надеются, это прекрасно. Я рекомендую вам, опять же, загуглить. Ну, я запускал, оно как-то работает. Ну, в общем, границы применимости мне не очевидны. Ну и то, что проект не развивается, конечно, немного грустно. Но рекомендую, в общем, идея довольно безумная. Да, на самом деле, понятное дело, что здесь перечислено не все. Есть еще куча проектов, которые я не затронул. Вообще, оптимизация Python — такая горячая тема, собственно, потому что Python как-то был подхвачен научным комьюнити и сейчас очень активно используется для именно численного кода. Тем не менее, давайте двинемся. Начнем с Numba. Значит, Numba штука довольно сложная. Поставить ее пипом я в этот раз не пробовал, но, в общем, не рекомендую ставить ее пипом. Ставьте ее сразу кондой, чтобы попробовать. Ну и тогда все получится. Значит, какая ситуация с Numba? Numba не может оптимизировать, точнее, она, конечно, может, но никакого прироста мы не получим, если наш код использует списки. Почему, как вы думаете? То есть у нас есть список, не знаю там. Вот у нас есть список 42, отличная штука. Какая проблема списков? Почему мы не можем, допустим, эффективно его сложить? Как вы думаете? Да, списки гетерогенны, они-то могут содержать что угодно. Например, вот эта штука может содержать нам какой-нибудь там или строку, и Python, в общем, не возражает. И поэтому, собственно, когда мы анализируем этот код, у нас нет никакого способа понять, что нам придет список только из одного типа. То есть нельзя это сделать. Поэтому никакой магии нет, ну, не может это превратить, там, не знаю, в
вот суммирование такого списка в суммирование машинного дабла. Ну вот никак, ну или инта. Поэтому, в общем, нам придется переписать все на NumPy. В NumPy массивы типизированы, и это сильно упрощает задачу. Собственно, вот наш matrix product, переписанный на NumPy. В чем разница? Разница только в том, что теперь мы ожидаем, что x и y — это массивы NumPy, ну и z, возвращаемый массив, тоже NumPy. Собственно, здесь у нас функция np zeros вместо matrix zeros, и мы указываем аргумент dtype, это data type, то есть какого типа у нас будут элементы в z, ну вот они будут такого же типа, как x. Опять же, по-хорошему нужно проверить, что в x и y элементы одного типа, но, в общем, мы ничего тут не делаем. Далее мы видим, что код, в общем, ровно такой же, как тот, с которого мы начали. С точки зрения того, что теперь у нас здесь не два индекса, а запятая. Ну, так индексируются элементы в NumPy. Вместо того, чтобы писать x, скобочка, собственно, открываешь скобочка ik, мы пишем через запятую. Тут есть нюанс. Если вы пишете... Ну, то есть, давайте я скажу, ну, в общем, те, кто не знают NumPy, наверное, им будет грустно. Когда вы пишете вот так вот в NumPy, вот эта штука создает слайс каждый раз. Зачем? А когда вы пишете через запятую, нет. Это к вопросу о том, что происходит, когда вы, в общем, пишете вот разные конструкции на питоне. Так вот, понятно ли, что происходит в коде? Вот как бы мы переписали его как есть, это то, с чего мы начали. Если непонятно, спросите. Я надеюсь, что он не вызывает у вас вопросов. Единственное, что я не рассказал, это вот декоратор numbjit. Собственно, это и есть то, как numbu стоит применять. Берете функцию на питоне, ну, точнее, как в идеале мы ее будем применять. Взяли функцию на питоне, декорировали, и хопа, она стала быстрее. Вот такая идея. Звучит очень круто. Собственно, и приятно, потому что в итоге у вас как бы функция-то на питоне. Но будет работать она лучше. Так. Ну, как вы думаете, будет лучше-то? Насколько лучше? Какие ваши ставки? Напомню, у нас было 65 миллисекунд. Вот если вот этот декоратор убрать и оставить все как есть, ну, будет что-то в районе 65 миллисекунд. Я не замерял его точно, но представьте, что тут не NumPy, а вот наш matrix, тогда точно 65. Ну, или там плюс-минус сколько-то. Теперь мы добавили этот декоратор numbjit. Вы про numbu, если слышите в первый раз, если у вас нет никаких оснований ей доверять, можете предположить, может, хуже станет даже. Какие у вас варианты? Ну, давайте какой-нибудь... Ну, ладно. В общем, станет лучше. Это действительное время, 332 микросекунды. В общем, работает. Вот я не помню, так же или все-таки чуть медленнее. Но, в общем, очень близко к NumPy. К NumPy Dot. А почему стало быстрее? Ну вот на самом деле я довольно, когда я писал первый раз этот код, я довольно долго старался, чтобы все заработало. В чем тут проблема? Проблема в том, что чтобы код с использованием numbu можно было эффективно транслировать в LVM, ну представьте, что транслировать в C, может быть, так проще будет. В какой-то такой более низкоуровневый язык. Он должен быть написан вот ровно так, как на низкоуровневом языке. Представьте, как вы на C это писали бы. Вот у вас было три цикла, здесь бы у вас был какой-нибудь массив, вы там делали дереференс плюс равно и умножение двух даблов. Поэтому вот ровно так мы его и записали. Если тут, в общем, шаг вправо, шаг влево, и все ломается. Собственно, вот шаг вправо и шаг влево. Что мы сделали? Мы решили отказаться от вот этого вложенного цикла, так же, как мы сделали в версии первоначальной. Давайте мы его выкинем. Зачем? NumPy нам позволяет это сделать. Теперь мы пишем вот как. Давайте в it-катый элемент мы запишем умножение итой строчки на катый столбец. Это просто такой синтаксический сахар. В общем, не нужно сейчас думать о том, как это работает. По смыслу мы берем итую строчку и катый столбец. Умножаем и берем сумму элементов. Ну, в общем, результаты перед вами. То есть это работает сильно, сильно медленнее. Ну, вот как-то так. В смысле, в три раза? Ну, да, в три раза, кстати. Там было 304. Ну как, всего, то есть... По... Нет, ну смотрите, то есть на самом деле это лучше. Но ускорение здесь за счет того, что мы используем NumPy все-таки. То есть вот эта сумма, она будет вся. Почему не получилось эффективно оптимизировать? Потому что вот здесь вот, если вы посмотрите внимательно, здесь нет никаких вызовов Python-функций. То есть вот этот getItem, так как у нас массивы NumPy, они у нас не списки, а прям честный массив,
И вот этот вот самый вложенный цикл его можно транслировать в более низкоуровневый код. Когда мы вызываем функции или методы Python, все уже, мы, в общем, в обломе. Ничего нельзя транслировать. Мы вынуждены будем вызваться в Python, но за это мы неизбежно платим. Вот такая история. Вот здесь NP-DOT? Я не пробовал. Я не думаю, что будет какое-то принципиальное ускорение. То есть NP-DOT не будет вот здесь вот массив порождать промежуточный. Ну, не знаю, надо попробовать. Значит, ну да, мысль тут вот какая, что, конечно, это выглядит как магия, и очень приятно, когда это работает, но это также довольно часто не работает. И, ну вот я не знаю, насколько это полезно на практике. Я этим способом не пользовался. Мне кажется, что прикольно, что такие средства развиваются, но оценить их полезность именно для практики непонятно. Ну вот, вообще Numba довольно сложная штука. Там много возможностей, которые мы, понятное дело, не покрыли. Если Numba не может вывести тип, мы можем явно и сказать, что у нас там аргументы таких-то типов или там переменная такого-то типа. Мы можем с помощью Numba писать ядра для видеокарт, что тоже, в общем, забавно, потому что мы пишем их в итоге на Python. Ну и плюс мы можем предкомпилировать код на Numba, об этом мы тоже не говорим. Но если вам интересно, пожалуйста, с кучей примеров можно ознакомиться на страничке numbapy.org. В общем, моя задача была показать в целом, что вот в принципе с медленным кодом на Python можно что-то сделать. Но вот Numba — это одно из что-то. Есть ли вопросы про Numba? Значит, тогда Cython. Кто слышал про Cython? А кто писал на Cython? Значит, для тех, кто не слышал, что такое Cython, как вы думаете? C-Python — это C-Python. В Cython не хватает буквы P, то есть к чему бы это, да? Ну, какие варианты? Что может делать? На самом деле, я уже на слайде это упоминал. Ну ладно. В общем, Cython — это такой… Ну, фактически, это отдельный язык, который расширяет язык Python. У этого есть приятное следствие, что если вы берете абсолютно любой код на Python, то это корректный код на Cython, потому что Cython — это строгое надмножество. Что Cython делает? Он берет ваш код на Cython или на Python и транслирует его в C. Вот прям транслирует как есть. При этом снаружи ваш код будет выглядеть как модуль на Python, ну, скомпилированный модуль на Python. Приятность в том, что вам не нужно проводить часы в документации CAPI Python. Если вы когда-то его открывали, то там, в общем, довольно много нюансов, о которых нужно думать. Cython все это делает для вас, работает со сборщиком мусора, вызывает всякие внутренние функции CPython. Ну, в общем, вы пишете в итоге на таком человеческом, приятном языке. Собственно, Cython, код на Cython можно компилировать по-разному. Так уж получилось, что мы сегодня целиком полностью в IPython, поэтому мы тоже будем компилировать код на Cython вот прям в IPython. Собственно, для этого загрузим расширение Cython. У нас появится одноименная магическая команда. Она многострочная. Вы пишете 2% сайта, но потом идет тело, которое будет скомпилировано в машинный код. Так, да, значит, что подробнее много, что делает магическая команда сайта? Вы можете перечислить там классы, функции, все что угодно. Все это будет скомпилировано и появится у вас в глобальном пространстве имен в виде, ну, соответственно, классов, функций. Вот у нас здесь две функции, одна f, другая g. Ну вот мы их скомпилировали, они у нас появились. При этом обратите внимание, что как бы код-то выглядит знакомо, пока ничего особенного нету. Ну вот def f — это обычный Python. Так, ну так зачем нам Cython? У нас тут умножение матриц. Давайте уже продолжим с ним наконец. Напишем функцию SciMatrixProducts. Если вы внимательно ее посмотрите, то заметьте, что все, что изменилось, это название функции. Я просто взял, скопировал венец инженерной мысли вот сюда, внутрь магии Cython, вот он и есть. Если мы померяем время его работы, то мы увидим, что, ну, стало получше, конечно, но не впечатляюще получше. То есть у нас там было 50 с чем-то, теперь у нас 34 с чем-то. Мораль тут следующая, что если вы очень ленивый и хотите, чтобы стало хоть сколько-то побыстрее, то часто просто скопировать Python-код и скомпилировать его с Cython'ом может дать какой-то прирост. Это не всегда так, но вот в нашем случае повезло, стало чутка побыстрее. Мы ничего не сделали, просто скомпилировали.
Так, значит, чтобы продолжить работать с сайтом, нам нужно познакомиться с режимом аннотации. Значит, режим аннотации позволяет нам посмотреть, фактически это как будто бы line-profiler. Нам позволяет посмотреть, где больше всего, точнее, самый медленный код. Чтобы включить режим аннотации, нужно просто передать ключик -a в магию. Дальше, если вы будете пробовать в обычном интерпретаторе, то у вас будет вот что-то непонятное, это вот code-display.html. Если вы будете пробовать в ноутбуке, то вы прям честно увидите что-то вот такое. Цвет тут означает, чем желтее, тем, в общем, ну, грубо говоря, более медленный вызов. Вообще желтый цвет помечает строчки, которые взаимодействуют с интерпретатором Python. Все это означает, что, то есть, само тело функции будет скомпилировано в C, но мы делаем вызов в Python, что по-другому никак. Ну, например, вот это свойство shape, оно у нас объявлено в Python-классе, мы обязаны сделать вызов. Так, как бы, чтобы вы понимали, что значит транслирует в C, ну вот, вот эта вот строчечка у нас, вот она вот в это все разворачивается. На самом деле размер кода, который генерит сайт, он довольно впечатляющий. Но еще раз подчеркну, это одна строчка. Ну и вы можете посмотреть, в принципе, бывает довольно полезно почитать, во что это транслируется, чтобы понять, ну, действительно, что происходит, потому что пока это все довольно магически. Но вот здесь у нас тут побольше всякого, видите, какие-то вызовы методов, вот мы раньше вызвали, например. Ну вот, собственно, annotate говорит нам желтым цветом, где проблема. Собственно, в идеале мы бы хотели, чтобы у нас все было белое. То есть вообще мы с Python не взаимодействуем. Работали бы только с примитивными типами, никакие вызовы все Python не делали. Так, значит, как нам этого достичь? Ну, во-первых, проблема первая такая же, как в случае с нумбой. Если мы останемся с list, то мы ничего никогда не оптимизируем, потому что list, очевидно, это питоновский тип, garbage collector о нем знает, в лист лежат питоновские объекты, про которые тоже знает garbage collector, мы вынуждены возвращаться в CPython, чтобы с ними работать. А на помощь нам придет NumPy, потому что, опять же, NumPy массив — это просто кусок памяти, а прям честный массив. Здесь у нас все та же функция matrix product, теперь скопирована из слайда про numbu. Ну вот, три вложенных цикла, в z и k мы аккумулируем наше произведение. Так как любой код на Python — это корректный код на Cython, вот у нас тут сверху есть импорт, мы импортируем питоновский модуль, NumPy, ну и потом пользуемся им. Так, понятно ли вообще, что произошло? Мы просто взяли код, который использует NumPy. Что минуса? Минуса — это annotate, она как раз генерит нам вот такие красивые картинки. Если будем запускать с командной строки, то это прям отдельная HTML-ка, но в ноутбуке это прям в ноутбуке выплевывается, как мы только видели. Нет, это пока мы. Это вызов магической команды. Сейчас увидим, какое все. Значит, давайте померим. Ну, то есть мы же не зря с сайтом запускаем. Что-то должно стать лучше. И тут хопа, 182 миллисекунды, в три раза хуже. Что происходит, по-вашему, вообще? Как так? NumPy — быстрая штука. Сайтом компилирует в C. C тоже быстрый, как вы все знаете. А? Они не дружат. Не, почему они не дружат? Ну, то есть часть NumPy тоже реализована на C, понятное дело, вот там. Из C через CPython в C мы вполне себе вызываемся. Какая проблема? То есть... Нет, сайт, он как бы, там довольно примитивная трансляция. Ну, то есть он тоже не оптимизирует ничего, он говорит, у нас есть GCC, он нам все оптимизирует. Давайте мы код только нагенерим. Ну, точнее, как ничего. А чуть дальше мы поговорим, что он может оптимизировать, но это, в общем, не очень много. Ну, какие варианты? То есть откуда печаль? Я всегда думал, что C быстрый, а тут три раза медленнее. Есть идеи? Вы тоже так думали, вы сами мне сказали. Никаких внутрипитонских оптимизаций, к сожалению, нет. Вы очень наблюдательны. Так, есть ли у меня этот код? Да, вот он. Ну, в общем, можно видеть, что ничего не изменилось, действительно. Мы как вызывали, делали все питоновские вызовы, но мы точно так же тут их делаем, только теперь у нас не matrix класс, а вот NumPy and array. Собственно, как уйти от желтого кода? Ответ — типизировать. Теперь мы попадаем в территорию Cython, вот это уже не корректный Python, это прям Cython. Фишка в Cython в том, что мы можем сказать, какой тип у переменной, с которой мы работаем, ну как в C.
Делается это с помощью оператора CDEF. Вы пишете CDEF, какой тип, ну а дальше, в общем, как всегда, имя переменной равно чему-нибудь. Тут есть небольшой нюанс. Если мы будем использовать синтаксис распаковки, то магии не получится. То есть, если мы напишем, что там у нас. Давайте я напишу XY, но вы проецируйте на N-rows какие-нибудь. То есть вот эта штука создаст нам кортеж, который питоновский, потом мы его распакуем. CDEF здесь ни с какой стороны приписать не получится, поэтому нам нужно явно разобрать первый и второй элемент вот этого кортежа shape вот сюда, в отдельные переменные. С таким синтаксисом, к сожалению, сайт он не работает. Ну вот мы разобрали rows, calls, здесь то же самое. Сказали, что у нас будет массив Z типа endArray, но это все-таки мы знаем, какой у него тип. Это массив NumPy, мы и говорим endArray. Все остальное мы пока оставили без изменений. Понятно, что произошло? Еще раз, мы использовали CDEF, чтобы указать типы, которые мы знаем. Да, я упустил этот момент, мы также указали типы для аргументов. У нас X — это массив NumPy, Y — это массив NumPy. Ну и, соответственно, все размерности — это int. Можно было сказать, что это не int, а size t, но, в общем, это все детали. Тут есть интересный момент. К import NumPy добавилось cimport NumPy. Причем и то, и другое импортируется как np. Может выглядеть довольно странно. А тем не менее, как бы NumPy довольно редко импортирует как что-то другое. Тут важно понять, что то, что мы получаем в результате импорта, живет в питоне. Это вот прям честный модуль, питоновский объект. То, что мы получаем в результате cimport, ну, это, грубо говоря, как будто мы сделали include. То есть это то, что живет только в момент компиляции, в момент трансляции в C. Поэтому вот эти две штуки никак не пересекаются. Зачем нам нужен cimport? Cimport нам нужен, чтобы указать вот эти все типы. Точнее, вот endArray. Потому что endArray — это какой-то struct, понятное дело. Ну вот мы туда его и засунули. А вот этот вот импорт, который обычный импорт, вот он у нас здесь в zeros, и вроде бы все, больше нигде мы его не вызываем. Понятно про cimport и импорт? То есть есть у нас неявно два таких пространства имен. Как бы runtime пространство, которое питоновское, и compile time, которое, в общем, ну, грубо говоря, header included. Так вот, померили мы снова. Вы уже, наверное, увидели этот грустный смайлик, но лучше не стало. Здесь было 182, стало, блин, даже похуже чуть-чуть, 189. Что ж такое-то? Типы мы указали. Теперь мы знаем, что вот эта штука int. Да, к слову, в оптимизациях. Если мы знаем, что аргумент цикла for — это int, то он транслируется в обычный цикл for сишный. Никакого range не будет создано. Это прям честный цикл for. Ровно потому, что вот эта штука int. Да, кстати, почему я их написал? Да, ну окей. Так как мы не написали тут типы, я вас сбил с толку, то здесь мы range создаем. Будет картинка-то? Интересно. Сейчас я подумаю. Да, все нормально. В чем проблема? Проблема в том, что как бы самое... вложенная часть, внутренняя часть нашего самого вложенного цикла, она все еще ничего не знает про свой тип. Мы, конечно, знаем, что z — это array, но с чем мы работаем, мы не знаем. Поэтому плюс равно мы вызываем честный питоновский плюс равно для чего бы там ни было. А вот это, ну и умножение, соответственно, тоже. Это не честная машинная инструкция умножения, а метод, который мы явно дергаем. Поэтому вот эта штука вся желтая. Почему вот эта штука желтая, скажите мне? Да, потому что здесь мы используем метод, ну, на самом деле, функцию zeros, которая объявлена в модуле np. np — это питоновский объект, делаем вызов в питон. Ну вот, то есть нам бы хотелось побороться вот с этой штукой. То есть что это такое? Это то, что мы непосредственно делаем, самая часто выполняемая строчка. Давайте ее ускорим. Собственно, как ускорить, нужно сказать, какой тип у значений наших массивов. Делается это довольно страшным синтаксисом, но я думаю, что мы разберемся. Значит, еще разок. Здесь у нас были просто endArray везде, и для z тоже. Теперь мы в квадратных скобочках для endArray указываем, сколько размерностей и какой тип элемента. Мы говорим, у нас будет на вход два массива, которые int64, и у них две размерности, это матрицы. Соответственно, для z мы тоже теперь указываем не просто endArray, а говорим, что это опять же матрица с элементами типа int64.
Ну и, в общем, если мы померяем, то увидим, что внезапно все стало сильно лучше. А теперь у нас 877, ну, грубо говоря, 900 микросекунд. Нет. Ну, на самом деле, за полиморфизм вы платите тем, что вы используете Python. То есть, если вы хотите машинный код, то как бы сори. Но это неизбежно. То есть, вот тут мы прям используем вполне конкретный тип, потому что вот здесь будет операция умножения для интов. Ну, для long в данном случае, потому что int64. Нет, NumPy просто, ну, он не сделан специально для сайта. Да. Вот эта штука? Да, вот это просто такой синтаксис Сайтона. Но сам тип NP and Array, он из C-import, потому что он существует только в момент трансляции и компиляции. Про NumPy. Значит, NumPy был сделан сильно до Сайтона. Фишка NumPy в том, что это обычный массив. Ну, то есть, как бы вот прям честно аллоцированный кусок памяти. Поэтому вы можете в C использовать его без Python. Там есть некоторые нюансы, потому что у нас многомерный массив, его надо как-то уложить в этот плоский вектор, но тем не менее. NumPy об этом не знает, об этом знает Сайтон. Здесь Сайтон знает... Вот специально. Ну, в смысле, Сайтон знает про то, как NumPy устроен, да. Ну, потому что это очень частый use case. Это не универсальная магия, которая сработает для всего. Ну вот, понятно ли, что произошло? То есть мы указали тип элемента матрицы, и внезапно самая вложенная строчка у нас теперь работает очень быстро, потому что тут нет никакого питона. Ну, собственно, что-то ты можно увидеть. Почему она желтая? Кстати, хороший вопрос. Да. Понимаете, почему она желтая? Собственно, красным подсвечена. Потому что, когда мы работаем с массивами, у нас бывает так, что индекс выходит за границы массива, и тогда мы не хотели бы sigfault в нашем уютном и чистом питоне. Мы бы хотели исключения. Но вот сейчас ничего такого нету. Что делать? Как вы думаете? То есть довольно обидно. Представьте, что мы знаем, что наш код правильный. Мы там его проверили, знаете, теоремки какие-нибудь про него доказали. Верим, что за границы массива ничего не выходит. Кстати, а какая еще ошибка может быть, кроме того, что мы выходим за границы массива? Все так? Да, переполнение инта. Это тоже довольно досадно, но мы, в общем, проверили, переполнения не может быть. Что делать? Сможем ли мы что-то сделать, как вы думаете? Ну вот, так как сайт, он отвечает за генерацию кода, понятно, что он может не генерировать проверки и все. Ну вот давайте ему скажем, товарищ, мы, в общем, очень оптимистичны. Для этого нужно сделать еще один C-import, Сайтон, и теперь у нас есть как бы декораторы. Почему это как бы декораторы? Потому что ну, люди, которые пишут на Python, привыкли к декораторам. На самом деле это такая директива, которая говорит компилятору, что там не нужно генерировать, собственно, bounce check говорит, что не нужно генерировать проверки на выход за границу массива. Ну, overflow check говорит, что никакие переполнения типов мы тоже, в общем, нас они не волнуют. Ну, если мы померяем то, что получилось, мы увидим, что ну, тоже стало чуть-чуть побыстрее. Было там 900, почти стало 600. Не то чтобы это сильно быстро, но что-то мы сэкономили. Вот такая история. Значит, на этом наш разговор про Сайтон заканчивается. Опять же, Сайтон довольно сложная технология, в том смысле, что там много всего. И если быть совсем откровенным, то наиболее частый use case использования Сайтона — это для того, чтобы взаимодействовать с существующими библиотеками. Если у вас есть какая-то хорошая реализация, ну там на C++ или C, то с помощью Сайтона можно ну, практически бесплатно сделать ее доступной из Python. Опять же, не заморачиваясь на всякие обертки. То, что мы сделали, чуть менее популярно, но, в общем, тоже возможно. То есть ускорение существующего кода на Python, вот просто нового. Да, тут перечислено то, о чем мы не говорили. В общем, это не то, чтобы очень важно, но если вдруг вам понравился сайт, и вы бы хотели узнать больше, опять же, рекомендую пойти в документацию. Если вам когда-нибудь потребуется писать численный код, то сайт он точно вам будет полезен. В качестве заключения хотелось бы напомнить вам результат, который мы уже видели. Конечно же, никогда не стоит писать умножение матриц руками, даже если вы освоили Сайтон и теперь джедай его там макросов и всяких этих типовых аннотаций, всегда лучше использовать то, что-то готовое. Ну вот к чему я вас и призываю. Работает это в два раза быстрее, чем то, что мы смогли сделать в Сайтоне.